Друзья, здравствуйте! И это шестая часть прокачки в Escape from Tarkov с нуля без барахолки. В прошлой части мы выполнили квест «Путь выживальщика Живчик», также «Тарковский стрелок» часть 1 и «Оружейник» часть 1. Эту часть мы начинаем с рейда за ЧВК на Таможню, будем выполнять «Операция Водолей» часть 1. Итак, появились мы на Таможне. Появились как раз у двухэтажной общаги. Сейчас сразу в нее зайдем и заберем наше задание. Флешек не насыпало. Кстати, сейчас можно будет проверить 105-й ключ, о котором я говорил. Вот в этой комнатухе. Да, вот 105-й. Внутри у нас сейф. Это верно. Хороший ключик. Правда, вот сейф не хочет радовать. Ботики бегают. Теперь нам нужно на эту сторону. Вот в этой комнате есть курточки халявные. Халявные имеется в виду то, что открытая комната с курточками. Присадка, отлично. И на втором этаже, вот в этой комнате тоже есть курточки. Рыться в картотехах я сейчас не буду. Это все время. Зайду в комнату и выполню задание. Все. И уходим отсюда. Так как лишнее времяпровождение здесь провоцирует нас на смерть. Правый по короне. Где он орёт? Непонятно. Ты куда пошёл? Это у нас, по-моему, чувака. Да, мы его убили. Нет, к сожалению, это был не чувака. Только потратили патроны. Очень интересно, он так крался. Я думал, что это сзади обошли уже чувака с того спавна. А сейчас надо будет у этого ботика забрать магазины с калаша. Хотя бы один. Ну, здесь как раз один. Этот шлем, кстати, стоит денег. А сзади уже подбегает ЧВК. Кстати, ребят, нам не придется проходить заново этот квест.
Так как водолей у меня уже выполнился. Найти нужно было просто воду. А выжить и выйти с локации у меня, походу, галочка пикнулась до этого. Поэтому завершаем этот квест. Вторая часть ведет нас на убийство диких на таможне. Из неприятностей есть такая вот маленькая новость. Вот, когда вчера выходил с игры, забыл выключить генератор. И у меня одна канистра уже почти пустая. Ну, из хороших, то, что у нас улучшилась безопасность на второй уровень, это не может не радовать. Также нам торговцы выдают новые делики. Выжить с локации берег, к сожалению, нам пока туда не нужно. Устранить диких выстрелов в левую руку или в ногу. Это, кстати, у нас попутно будет выполняться квест «Тарковский стрелок», часть 2. И у егеря что-то ему надо принести. Бутылку шампуня, 2 штучки. Посмотрим, если будет все нормально получаться, то вынесем ему. Так, а дальше мы пойдем сейчас, наверное, освободим немножко места. И пойдем за дикого на резерв. Будем дальше искать ключ от таркона. Снова сегодня в Таркове какая-то ерунда. Обратно во время соединения с сервером игра не прогружается и меня выкидывает. Сейчас буду перезагружать, наверное, компьютер, перезаходить на новую игру. И смотри, что из этого получится. Итого, ребята, всеми правдами и неправдами у нас получилось зайти в рейд. Я не знаю, сколько я попыток сделал, чтобы загрузиться, но самое главное то, что мы в итоге загрузились. Времени, правда, у нас осталось совсем мало, всего лишь 14 минут. Но мы попытаемся что-то успеть залутать за это время. Пойдем сразу к коням. Будем смотреть там картотеки. Выход у нас дыра в заборе устал. Не самый ближайший выход туда, поэтому все нужно делать достаточно быстро. Перед тем, как идти, посмотрим свеча курточку. Вот этот рюкзак немножко побольше будет. Еще и с ключиком от санатория. Хуйло, вот хуйло, конец тебе! ЧВК. Поможем ему немного. Думаю, убивать он нас не будет. Чики-брики и в дамке. Еще трупик. Нужно забирать тарзан. Ребра, блин, все отбили. Блин. Хуярь, медведя! Пиздюк! Я подумал, он сейчас их и убьет. Да. Зря мы ему только аптечку скидывали. Ничего страшного, заберем у него жетончик. Интересно, где его жетон? На часах 11 минут. Нужно бы ускоряться. Ты чё там, бля, вопишь, упырь?
Ничего интересного нет. Интересно, сколько придется перешерстить картотек, перед тем, как у меня получится найти этот ключ. Шапку пока сбросим. Прячься давай, пошел! Барыгам, а потом по бабам. Сука, засрал мне все штаны! Арманивай, сука, ты чё? От меня чего будет? ВКСМ. Максимально отличный ключик. Этот ключик нужен будет по заданию у терапевта найти медицинские журналы. Да нихуя тут нет, никого. В начале вайпа эти ключи стоят таких нормальных денег. Уже можно сказать, что не зря лутаемся. Два ключика нашли интересных. Времени у нас всего лишь 5 минут. Нужно уже сейчас смотреть прототип и идти на выход.
того, рейд я, скорее всего, этот весь обрезал, так как особо ничего интересного не происходило. Вот то, что у меня получилось налутать. То есть, ну, самое интересное, это я нашел РБ-КСМ. Ключ, который нужен по заданию медсестры. Все, так особо интересного ничего не было, поэтому рейд я за дикого, скорее всего, сейчас обрежу. Итак, буду бегать я сейчас на завод. Нужно будет убить 3 ЧВК с пистолета. И параллельно попытаюсь отремонтировать панели. Итак, вот он завод. Играть нам нужно аккуратно. Помимо того, что нам нужно убить ЧВК, нам нужно убить... Точнее, не убить, а заложить... или... не заложить, отремонтировать панели. Поэтому сейчас пойдем в сторону Карл. Заложим и отремонтируем панель. А дальше уже оттуда будем принимать решение, воевать или не воевать. У нас толком аптеки нету, взяла только джут. Поэтому особо и нарываться нам не камильфо. Попытаемся побайтить. Судя по всему, отсюда уже сняли. Пекаем комнатухи и чиним первую панель. Никого нет, отлично. И вот наш первый успех на заводе. Одну панель мы починили. Следующую панель будем чинить уже в следующем рейде. Теперь у нас целые 4 ячейки есть. Под сумки. Можно посмотреть курточки. Вдруг будет какой-то ключик. Выживать нам теперь в принципе не нужно. Будем пытаться делать фраг. Дикого снять какую-то разгрузку, немного добавить места. Даже рюкзачок будет. Это нам не интересно. 5000 рублей. Уже не минус. Пойдем в сторону офисов. Все ЧВК, я думаю, которые остались на карте. И сейчас именно там. Один есть, отлично. Тоже пистолетчик. Этот раз у нас идет немножко интереснее. Такой пистолет у него. 39 уровень. Вот это, ребята, интересно.
Закинем сюда свой броник. Не знаю, заберут его или нет. А от пистолета его я бы попытался вынести. Он уже кого-то успел убить. Отлично. Посмотрим курточки. Поднимемся наверх, попытаемся посмотреть сейф. Кто-то еще здесь есть. Броня у нас теперь интереснее, чем была до этого. Тушенка, отлично. Ботик идет. Так, ИСЕК спрячен. Бироваться смысла прятать нету. Молочко попьем. А, вот он где, походу. Иду ЧВКшника. Посмотрим, сейф залутанный или нет. Трупы лежат. Пойдем проверим. Есть один. Отлично, ребят. Второй килл у нас есть. Девятый уровень, повезло. Парню ИСЕК. Это нам не интересно. Бля, что он здесь набрал? Компьютер успел полутать. Это, судя по всему, он уже лутанул. Сейф. Это нам тоже не интересно. Лампочку забираем. Даже не знаю, что лучше, наверное, это выкинуть. Заберем. Да, сейф полутанный. И курточки полутаны. Картотеки тоже полутал. Все, в принципе, то, что мы хотели в этом рейде, мы сделали. Сейчас вот здесь полочки проверим. Еще один труп ЧВК. На этих шкафчиках может спавниться разные вкусности. А теперь с чувством выполненного долга идем на выход. Там всем скоро у нас появятся челоботы. Они нам сейчас вообще нежелательно с ними встречаться, поэтому бежать нужно на выход. Итак, первый рейд на заводе у нас очень отлично зашел, убили двоих ЧВК. Сейчас заходим, выгружаюсь и заходим обратно на завод. Итак, второй рейд на завод. Сейчас у нас веселее спаун. Два ЧВК. Обоим накидал. Мне по броне не попали, поэтому будем в дефолте. Снаружи еще подходит. Вот.
урод. Ну и чё ты там стонешь? Лучше шо, гранаток у меня нету. Чё ты забыл на нашей земле, сука, блядь? Свистни, сходи в хуй, блядь, тебе сейчас пиздец придёт, блядь! Пускай они пушат, их двое. И один ещё и с пистолетом. У одного, по-моему, шлем забрал. Пытаемся отсюда их обойти. Ребята сидят. Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы не стреляем. Вот он! Это не особо удачно получилось. Ребята вообще полностью в броне и боятся меня, не хотят выходить. Нанес 600 по телу и 400 по броне. Интересно, как я его еще не убил. Ладно, будем собираться в следующий рейд. Убили нас, слышите? Так, Литвы словно в деле. Ботики носят. На карте. Особо получилось у нас. Загружаться сейчас будем еще раз. Этот раз собрался я немножко сильнее. Не хочу умирать сразу от пару попаданий в грудь. Попытаюсь все-таки доделать этот квест с этого рейда. Итого у нас третий выход на завод. Судя по всему, ЧВК стреляется. Не будем нарываться. Он убил нам ботика. Пускай идет. Нам бы заложить инструменты. Ключ от офиса, это можно. Это, ребят, то, что я искал. Нам сейчас нужно выживать по-любому. Точнее, выживать. А заложить эту... служивый! Это наша точка! Вон он, блядь! Так вот сейчас ляжем. Шалава! Попытаемся крысу отремонтировать. Да ты чё там пиздишь? Только бегают. Надеюсь, они сюда чекать не будут. Просто обязательно спрятать этот ключ. Всего 4 секунды. 3, 2, 1. Отлично, прячем ключ. Пытаемся убить этого ЧВК. Все. Убить ЧВК у нас не получилось, зато мы вынесли ключ от таможни. Итого четвертый выход на завод. Вали кепку! Немного приоденемся.
пятидесятник на крис пойдет. Ну и чё ты сюда приехал, а? Попытаемся его заманить криками. Слышь, ты нелюдь! Хлебало, завали своё! Неудачно. Да вот! Так, очередной рейд. Мы зашли. Беги, Берцов! Мразота. Need a grenade here. Какой я молодец, не подлечил, не полечился в прошлом раунде. Сейчас, скорее всего, откис снова. Левый коронный, правый похоронный. Чувака помогал мне убивать диких. А, нет. Все-таки убил меня. Не знаю, как нам его переиграть. Прямо берцы! Ида! Вон он! Вон он! Пацаны, да он там совсем ёбу дал! Валить надо его! Я выполнили, нам повезло, тип был голый. Интересно, кто кричал: земляк, не стреляй, мы же убивать не хотим. Судя по всему, это был он. Ну, так скажем, повезло нам немного с выполнением этого квеста. Выгружаемся. Заходим к лыжнику. Закрываем квест-движуха. После чего заходим к механику, закрываем садоводство части 1. Принимаем вторую часть. Отдаем силовые кабели, тройники и платы. Получается, нам нужно еще найти 2 тройника, и мы закроем садоводство часть 2. В принципе, я думаю, за пару рейд мы спокойно найдем и закроем этот квест. На этом буду заканчивать эту часть. Всем спасибо за внимание и всем пока.